Уважаемые жители города Самара, дорогие друзья, от имени всех жителей города Могилева и от меня лично примите теплое и сердечное поздравление с 75-летием победы в Великой Отечественной войне. С праздником! которому наши народы шли долгие четыре года, шли сквозь огонь кровопролитных, небывалых по масштабу боев, через горечь страшных потерь и радость освобождения, с верой в себя и любовью к родной земле. Победа навечно вписана в героическую летопись Беларуси и России. Она объединяет нас, дает силы и уверенность в будущем вызывает бесконечное чувство гордости за подбеги старшего поколения – которые, не жалея жизни, защищали Отечество. Десятки миллионов жизней унесла эта война, превратила в руины тысячи городов и деревень, коснулась каждой семьи, каждого человека от мала до велика. Неоценимый вклад в достижение Великой Победы внесла Самара. Город обеспечил бесперебойное производство военной и гражданской продукции, проявив массовый трудовой героизм и самоотверженность ратным подвигом на фронтах Великой Отечественной известны тысячи сыновей и дочерей Самары. В тяжелейших условиях военного времени Самара не только выстояла, но и стала вдохновенным источником творчества, надежды и силы для борьбы с врагом. Тому пример премьера в 1942 году потрясающей по силе седьмой симфонии Шостаковича, посвященной блокаде Ленинграда. Память о нашей истории о пережитых тяжелых испытаниях дает нам уникальную возможность вместе, через тесное взаимодействие и партнерство, эффективно и динамично развивать экономическое и культурное двустороннее сотрудничество. Продолжать славные традиции поколения победителей, своим трудом приумножать силу и мощь наших городов и стран. В эти майские дни Искренне желаю вашему прекрасному, доблестному городу мира и стабильности, а каждой самарской семье процветания и радости. Пусть победа и память о ней будут всегда с нами, в наших сердцах, в добрых начинаниях, постоянной и каждодневной заботе о старшем поколении, с праздником С Днем Победы!